В ближайшее время в столице перенесут остановку Ленинского комсомола к торговому центру «Мадагаскар». Современное обустройство заездных карманов – это часть масштабного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Итоги его реализации сегодня обсудили в столичной администрации. Всего отремонтировали 27 участков чебоксарских дорог. Это более 28 километров проезжей части. Расширено 5 перекрестков, обустроено 6 заездных карманов остановок общественного транспорта. Но на некоторых участках работы пока продолжаются. Подрядным организациям помешали погодные условия и неточности в расчетах, когда на пути неожиданно возникали коммуникации. На все работы ушло 736 миллионов рублей, отметил директор управления ЖКХ и благоустройства Чебоксар Олег Белов. В следующем году на реализацию проекта планируется потратить более 800 миллионов рублей. Это позволит привести в так называемое нормативное состояние 50% улично-дорожной сети столицы республики.